И снова вбрасывание остается за казанскими хоккеистами. Это тоже уже не новость. В матче бросок 3-0. Глухов пробивает сегодня, конечно. Эти ребята красавцы. Фрейтин, Глухов, Ли. Сейчас снова объятия ребят. Михаил Глухов и его шайба. Еролин с голевой передачей. По плюсу набирает Фрейтин и Ли. При этом как-то так радуется партнер. Сейчас Ли подпрыгнул. Михаил Глухов. Пятая шайба Михаила в этом сезоне.